Здравствуйте, меня зовут Гусь Михаил, и сегодня я вам расскажу, что такое моделирующий массаж. Моделирующий массаж состоит у нас из антицеллюлитного массажа проблемных зон, плюс элементы спортивного массажа и элементы лимфодренажа. Спинка классикой прорабатывается, плюс точечная рефлекторная терапия. В общем, в целом прорабатывается полностью все тело человека. Этот массаж эффективнее, чем антицеллюлитный массаж проблемных зон, на 30-40% за счет того, что ускоряется общий метаболизм и улучшается общий кроволимфоток. Например, проблемы по спине у человека. Мы выявляем проблему, мы боремся с этой проблемой, потому что в моделирующий массаж входит классический массаж спины. По коррекции фигуры. Например, если у девочки большие бока, то мы больше уделяем времени бокам. Но обязательно прорабатывается полностью все тело, потому что без улучшения общего кроволимфотока, без ускорения метаболизма, зональное воздействие будет неэффективное. Будь то бока, икроножная мышца, внутренняя поверхность бедра, руки. Поэтому всегда прорабатываем интенсивно, глубоко, полностью все тело, а потом уже по проблемностям каждого человека прорабатываем и их проблемные зоны, уделяем им больше времени. Все очень часто переживают, что моделирующий массаж очень болезненный массаж. Но этого переживать не надо. Наши квалифицированные специалисты подберут нагрузку специально для вас и будет по нарастающей, с минимальной нагрузки. И по мере того, как вы будете привыкать к нагрузке, нагрузка будет увеличиваться, 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 чтобы достигнуть максимального результата. Один моделирующий массаж сопоставим одной профессиональной тренировке по нагрузке на организм. После первого массажа вы почувствуете результат, а после второго, третьего результат будет заметен. Но лучше всего проходить курс 10-15 сеансов для закрепления результата, чтобы он с вами сохранился на длительный период. Ждем вас в наших студиях, где вы гарантированно получите результат и сможете найти своего массажиста, с которым будете идти и дальше по жизни. Comme le soleil.